Я оплатила, я отправила вам чек. Хорошо. Угу. Мы сегодня же подготовим, угу, и завтра отправим товар. Хорошо, а через сколько будут товары здесь? Через 14 дней, угу, если все будет по плану. А что может пойти не по плану? Много чего. Могут рейс задержать, могут не вовремя отправить со склада. Но вы не переживайте. У нас такого редко случается. Хорошо. Максимум на 2 дня опоздаем. Хорошо, доверяю вам. Спасибо, до свидания. Все нормально? Да. Значит, пути назад уже нет? Mm-mm. Через 2 недели у нас будут товары здесь. Значит, уже пора создавать страницу в Инстаграм, мам. А, да? Ну, пора, значит, пора. Так, как назовем? Айдин? Началось. Это как тот магазин Береке, который есть в каждом районе. Ну, а что тут такого? Давай не будем связывать название с нашими именами, пожалуйста. Я не знаю. Мне нравится. Айдин. Айдин. Звучит как Айдон. Айдин. А тогда как назовем? Даже не знаю. На английском тоже не хочется. Но можно и на казахском. Например? Щетсес. Не грубо? Нет, типа безграничный. Круто же звучит. Щетсес. Щетсес, так щетсес. А, кстати, а какой будет логотип нашей компании? Может, просто оставим надпись? Простота — это не про нас. Давай придумаем. Так, ну ладно. А что если мы сделаем квадрат, только из пунктиров? Сейчас покажу. Смотри, мам. Пунктир — это значит, что границы, ну, условные. А надпись — это просто надпись. Нравится? Неплохо. А если так, безграничные, да? Это английский, да? Да, на латинице. Ага. Не банально? Мне нравится. Да? Да, очень круто. Да. Кушай, кушай. Кстати, можно спросить? Да. А как вы с папой познакомились? Ой, это не такая уж интересная история. Скажи. Да? Познакомились мы в университете. Я на 1-м курсе, а он на 3-м. Предложила встречаться. Я согласилась. Все так просто? А как? Ну, в жизни не всегда как в кино. Через год предложил пожениться. И вот с тех пор мы вместе. Были до вчерашнего дня. Покупатели? Нет, я все объявления удалила. Сейчас. Дина, подожди. Кто там?
Это я. Может, Жука? Привет, доча. Как дела? Что тебе нужно? За вещами приехал. А я их уже выбросила. Я же тебе говорила, если до вечера не заберешь, я их выброшу. Один день не могла потерпеть? И тебе. И мне было бы хорошо, если бы ты забрал свои вещи вчера. Жарайдында. Болсын солай. А, кстати, кое-что еще. Еще можно? Все хорошо. Айгуль Ахмеджановна, куда выгружать? 19 этаж, 141 квартира. Угу. Там еще лифт работает. Хорошо. Из Китая приехали. Уже? Так скоро? Ну, вроде же обещали за 2 недели. Вот и привезли за 2 недели. Айгуль Ахмеджановна, мы закончили. Можете здесь расписаться. Все, благодарю. Спасибо. До свидания. Айгуль Ахмеджановна, ну раз такое дело, может быть, пойдем выпьем чайку с тортиком? Ну, если вы приглашаете, Дина Кайратовна. Пойдемте. Давай пройдемся. Угу. Товар есть? Да. Страницы в соцсетях есть? Угу. Наклейки с логотипом готовы? Сегодня курьером привезут. Отлично. И у нас осталась? Профессиональная фотосессия. Это слишком дорого. Можем как-то сами обойтись? Да, конечно, мы можем сделать ее дома, сами. И как раз сэкономим на студии. И как только все фотографии будут готовы, мы должны поскорее их разместить во все маркетплейсы. Отлично. А, и кстати, мы можем снять разные короткие видео, типа танцулик, анпакингов, и скорее приступать к продаже. Отлично. Но сначала надо все опробовать на себе. Я не нанималась вам служанкой. Рахмет. Ну, как тебе? Подавать вам соки, пока вы тут отдыхаете. Ну, во-первых, мы не отдыхаем, а проводим исследования. А во-вторых, жертвуем своей кожей, между прочим. Прям жертвуете. Этот крем приятно пахнет. Ань. Я думаю. Так. Ну вот. Не тяжелая, а? Красота все стерпит. Ну что, кожа вроде упругая. Ну, слегка от моей косметики отстает, конечно. Полностью с вами согласна. И пугает, что это Китай. Ой, перестань. Сейчас все из Китая и довольно качественное. Дорогие подопытные дамы, прошло уже 20 минут. Можете снимать свои патчи. Уже, да? И, кстати, спешу вам сообщить, что ваши чаи уже готовы. О, Жан-мен. Неплохо. Ну что? Что с Хайратом? Не знаю. Приходил неделю назад. И? Хотел забрать свои вещи. И? А я их продала. Продала? Серьезно? Поначалу я хотела их выкинуть, но потом подумала, а почему не продать? Хоть какая-то польза. Так вот откуда ноги растут.
кинуть. Ну, я про все эти идеи с бизнесом. Вот так вот. Ну что, сама-то как? Небось, по ночам сопли на кулак наматываешь? Ой, нет. Сейчас осталась только бумажная волокита. Угу. Потом все. Что все? Потом суд. Я официальная разведенка. Не разведенка, а сильная и независимая бизнес-леди. Подтверждаю, удваиваю, благодарю вас. Ну, за тебя. За новую бизнес-леди. А это для чего? А это для прямых эфиров. Смотри. Вот так вот становишься по центру, и на тебя падает ровный свет. Видишь? Теней вообще нет. А-а-а. О, смотри, какие фотографии сделала. О, красиво. Да, очень красиво. Ты мне их тогда отправь, потому что мне уже нужно потихоньку выкладывать. Хорошо, хорошо. Теперь как фоткать их? А как подключать таргет? Мам! Мам! Зачем ты везде вписала мой номер? Мне теперь каждые 10 секунд звонят. Щитцис Бьюти слушает. Да, они есть в наличии. И доставка есть. Да, как оплатите, скиньте, пожалуйста, чек, и мы вам отправим курьером. Угу. До свидания. Мам! Доча! Ты же у нас директор по маркетингу. С 8 утра было 24 звонка, мам. О! Из них 10 заказали, и трое хотят приехать посмотреть ассортимент. Ого! Нам нужен еще один сотрудник. А зачем? Смотри, я всем сказала, что доставки у нас нет. Ага. И почти все они сами согласны оплачивать за доставку. Это же хорошо. Да, но если мы делали доставку в качестве подарка. Ты хочешь, чтобы мы оплатили им доставку? Отчасти да. Ну, смотри, один заказ курьером – это примерно 1500 тенге. Угу. Следовательно, 10 заказов – это 15 тысяч тенге. Ага. Но что, если мы наймем таксиста, который все за час после пробок сам все развезет за 5000 тенге? Классно же? Да. А если они не хотят ждать вечера? Они же могут сами оплатить курьера, да? Угу. Так, значит, мы ищем курьера на подработку? Тогда подай объявление. Классно смотрится. А что хочешь? Здравствуйте. Здравствуйте. Щитцис Бьюти. Да. Я думала, это магазин. А оказывается, на дому. Да, мы на дому. Тогда я зайду. Конечно. Не хочу занимать ваше время, скажу сразу. Я к вам с предложением. Конечно, если вы готовы сейчас выслушать. Да, конечно. Смотрите, я блогер.
И у меня больше 50 тысяч живых подписчиков. И я готова рекламировать вашу продукцию за 20% от продаж. Вытер ксят. Бізін жұмысы бешетқанымызға бірінші күн бізге реклама керек емес. 20% – это не так много, как кажется. Тем более, если у вас будет большой поток клиентов. Ну, будет ли? Конечно, будет. Ведь мой образ в этой сфере будет внушать большое доверие покупателям. А в чем заключается ваша работа за такие проценты? Мам. Что, мам? Мне же интересно, в чем заключается ее работа. Как в чем? Я буду рекламировать вашу косметику у себя на странице. Но если вам это не интересно, давайте я не буду задерживать ваше время. Извините, вы не могли бы дать нам буквально пару минут? Ну окей. Спасибо. Мам, можно тебя? А, мимба? Да. Каскелем, все? Хорошо. Хравирс, хравирс. Мам, это рабочая схема. Начинать бизнес блогерами. Все так делают. И платить за это абсолютно нормально. Ты ее знаешь? Нет, но у нее 50 тысяч живых подписчиков. А это 50 тысяч потенциальных клиентов. А если каждый из них купит товар на 1000 тенге, это уже 50 миллионов. А, да? Пошли знакомиться. Айгерим? Да? Вы простите меня за мою грубость. Вы сказали 50 тысяч подписчиков живых, да? Да, 50 тысяч живых подписчиков. А у вас есть портфолио? Кейсы. А, кейсы. А, да, конечно, есть. И я могу показать. Давайте. Так, вот смотрите, вот эту страничку женской одежды я продвигала. Посмотрите, какая стильная одежда. А это салон красоты, тоже долгое время сотрудничали со мной. И обратите внимание, здесь просмотры больше 10 тысяч. Салон, значит. Угу. А еще я работала с сетью фастфуда. Правда, ну, я считаю, что этот кейс немного неудачным. Но сами заказчики остались довольны результатом. Могу предложить 10%. Нет. Давайте 15 и по рукам. Давайте мы подумаем, и мы с вами свяжемся. Ну, хорошо. Тогда я ставлю вам свою визитку. Угу. Вот, возьмите. Угу. Рахмет. Держите. Спасибо. Тогда на связи. Я вас провожу. Благодарю. До свидания. До свидания. Мам, ау. 15% – это нормальная цена. Как ты думаешь, кто ее подписчики? Мужчины или женщины? Ну, с ее внешностью, наверное, мужчины. А мужчины будут покупать нашу косметику? Угу. Нам надо сделать пробники, разослать по салонам. Если их устроит цена, качество товара, то они с нами сами свяжутся. Да? Хорошая идея. Ну. Салонами ты, конечно, классно придумала. Алло? 19 этаж, 141 квартира. Угу. Шеф, к вам водитель на собеседование. Шеф? Шеф. Здрасте. По объявлению. Заходите. Здравствуйте. Здравствуйте.
Айгуль Хапичан, основатель бьюти-магазина. Нурлан, водитель, старше 14 лет, работаю таксистом. Прекрасно. У нас работа на 1 час, надо доставить посылки по адресам. Я как раз насчет этого хотел поговорить. Вы не хотели бы немного график доставки изменить? Например? Ну, поставить время с 15.00 до 16.00. Как раз в это время тишина, вообще заказов нет, пробок нет, можно спокойно доставлять. Ну, думаю, допустимые изменения. Когда начнем? Можем сегодня? Сейчас было бы идеально. Сейчас? Ну, хорошо, сейчас так сейчас. О, прекрасно. В этой коробке 10 заказов. Надо по адресам доставить. Вот список адресов. А в этой коробке пробники для салонов. На каждый салон по одному. В списке также есть адрес. Пожалуйста. Благодарю. Так, тут 2 коробки. Мы договаривались на 1. А, после разоски доплатим? А, все, хорошо. Ну, тогда я поехал. Все, хорошо, удачи. До свидания. До свидания. Кажется, я никогда в жизни столько слов за 1 день не произносила. Представь, если салонам понравится наша косметика, то они будут работать как торговые филиалы. Угу, прикольно. А еще лучше будет, если мы в каждый салон поставим мини-стойку с нашей продукцией. Получается, нам нужен продавец? По 1 продавцу на каждый салон не слишком дорого обойдется? Нет, продавец не нужен. Мы будем работать как торговые агенты продуктовых магазинов. Это как? Ты замечала людей, которые принимают заявки по нужным товарам магазина? Да. Такая же система. Мы в каждый салон поставим небольшой шкаф с нашей косметикой, отдадим салону по оптовой цене, а они, в свою очередь, с 10-15% надбавкой будут продавать своим клиентам. Получается, продать наш товар в их интересах тоже. Именно так. Сколько продадите, столько и заработаете. Звучит классно. С таким успехом мы можем стать оптовым поставщиком косметики со своим складом. Чтобы раскрутиться, нам хватит 1 года. Может, еду закажем на дом? А давай сходим в наш кафе. Классная идея, мам. Собирайся. Сыйлауға сен үшін сезімнің наплодаған жалын үшін. За наш успех. Алло. Хорошо. Завтра утром. Что говорит? Говорит, проблемы с документацией. Нужна моя помощь. Просит завтра утром, чтобы я приехала. Интересно. А тебе нормально ехать туда? Да, нормально. Кстати, мам. А когда суд? Ау? Суд. А, через 2 недели. Почему так долго? Суд дает время для супруг, чтобы они подумали, хотят они развода или нет. Кстати, тебе же еще не 18. Тут осталось совсем чуть-чуть. Все равно суд спросит, с кем ты хочешь остаться. С тобой, конечно. Если даже у тебя кто-то появится, я буду не против. Ой, у меня нет времени на это. Ну, если вдруг. Ой, хочешь болтать? Что будем делать на твой день рождения? С друзьями встречусь. Может, мне то сделаем? Родственников пригласим? Ой, мам, пожалуйста, не надо. Неправильный ответ. Надо было сказать, мама, классная идея. Как директору по маркетинговому отделу. С чего это вдруг? Ну, смотри,
Новые гости, новые клиенты. Чем больше людей узнает о нашем бизнесе, тем больше у нас будет бесплатной рекламы. Ладно, только потом, после родственников, я сама с друзьями, хорошо? Что значит «сама с друзьями»? Ну, без надзирателей, стариков, мам. Что ты хочешь этим сказать, что я старая? Ты надзиратель. Ничего подобного. Пожалуйста, давай я сама погуляю потом с друзьями, после родственников. Посмотрим на твое поведение. Мам, а до официального развода можно жениться? Нет, а что? Все нормально, мам? Точно? Ты какая-то бледная стала. Может, воды? Нет, все нормально. Нам надо расширяться. Что? Нужно найти инвестиции и раскрутиться за полгода. Что? Я найду деньги. Купим больше товаров и будем работать с салонами. Раскрутимся за полгода.